Привет, Екатеринбург! Меня зовут Аня Петракова. Родилась я в городе Москва. Люблю я все, но на данный момент очень хочу мамины котлетки. Самый симпатичный игрок NBA – Двайт Ховард. Он такой широкоплечий. Слушаю разную музыку, начиная с хип-хопа, заканчивая танцевальной, электро. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how we do it if we start real slow. You just put your lips together and you start real slow. Can you blow my whistle, baby, here we go. Это была Аня Петракова, теперь вы знаете меня лучше.